Работники прокуратуры завтра отметят свой профессиональный праздник. Торжественное заседание сегодня состоялось в республиканском ведомстве. С 297-й годовщиной российской прокуратуры собравшихся поздравил глава республики Вячеслав Битаров, начальники силовых структур и представители власти. С приветственной речью выступил прокурор республики Владимир Векшин. Он поблагодарил каждого за проделанный труд и вручил сотрудникам и ветеранам ведомственные награды Генеральной прокуратуры России. Отличившиеся получили благодарности за продолжительную и безупречную службу, вклад в обеспечение прав и свобод граждан и за исполнение законов о федеральной контрактной безопасности. Знаете, как всегда, я надеюсь, что мы дальше будем совместно эту работу вести и, скоординировав наши усилия, мы добьемся результатов, и граждане наши будут удовлетворены и знать, что всегда смогут найти правду в защите своих прав и также, конечно же, в борьбе с преступностью. За прошедший год удалось добиться многого, но предстоит еще работать больше. За каждой цифрой, которая характеризует деятельность прокуратуры республики, можно сказать, что стоят судьбы конкретных людей –